20-й день, и уже почти сутки, как начали проклевываться птенцы. Вот здесь вот в поле зрения почти все яйца с проклевом. Вчера мы услышали первый писк где-то часов в 11, то есть еще 3 часа пройдет и будет сутки, как мы услышали первый писк. Ну что он там? Спросил про птенчик? Нет. Я забыл. Да он же спит. Может, это сикана пробудила.
петрушки текут с утра. Да и такие непростудные какие-то. Какие-то аллергические. Ну я буду вчера все-таки замерзла. Ты мне как не дашь мне денег на колготки. Так я ж тебе. Да я просила, ты сказал, что у тебя нету. Ну, сейчас нет. А то вчера я замерзла в этом. У меня голову тропи. Немножко снимала. Восьмосенький. Первый. Закрывай.
Для всех вот это того. Переохладить, надо сюда. Сколько штук? Раз, два, три, четыре. Четыре. Кстати, один коричневый. Один будет. Коричневый, да. Ну все, пусть греется. Все. Давай, сейчас стой. Знаешь что? Вот сейчас тоже могут одновременно сразу двое, трое. Знаете, вот один коричневый. Датчик лег. Температура уже будет расти. Сейчас мы изменим его температуру. Все, он не уйдет. Thank you.
Видишь, из белого яйца вроде как коричневое влезает. Там никого нет, я ходил. Им там хорошо. Там 35 градусов, стабильная температура. Тут я чуть побольше делаю, чтобы сразу. Потому что здесь сейчас 37 и 9, а тут 36 и 9. Почему-то разница в градусах. Этот вот тут висит, а этот тут висит. Леночка, ну теперь иди позанимайся. Нет. Давай. Ты же опять так будешь мне говорить. Смотри, как он выстрел. Я думал, что это долго будет, оказалось, что это быстро. Надо еще какую-нибудь ему тетрадь. Ох, блин, ох, молодец. Молодец. Ну, забирай. Своего детеныша. На, сними. Шестой. Снимай сюда. Как они распушаются потом сильно. Куда побег? Сейчас теперь этих сложу. О, прям в глазах. Это прям в глазах. Вот эти двое сейчас будут конкурировать. И да. Сейчас чего-то вернулся. Скорее всего, мертвый. Почему? Может, он на краю лежит? Положил его в середину. Нет. 5 брусьев. Уже? Да, я унес. Ну, а что, уже скачет. Вот он. Ты дал ему яичко вареное? Да. Ага. Видишь, он такой еще. Ой, ты наш. Он пихает, спит. Нет. Ты че? Сейчас вам все раздают. И все так какашки вылезут. Ребрышки. Со слюнками. А почему вот именно здесь пахнет? Вот, я тебе сейчас объясню. Я пытался отковырять вот это. Один сейчас тут один лежит. И тут на подходе еще двое или трое. Одному прям торкнуть осталось. Почему?
Да вот, толкнуть осталось. Он ее тут почти отвалил с крышкой. Ух ты, какой-то разговорчик. Давай, скорлупу ты. Что у него скорлупы? Все, ничего не держит. Пойдем. Может попробовать его сразу лоточек дать. Иди к братику. А, да, кто это? Снимай, снимай, снимай его. Курочка. Слушай, все коричневые курочки. А белые петушки. Не, сейчас подержи. Сейчас я их составлю. Все мы сниму. Самых вот, то есть. Вот эту на ходу. Вот эту. Вот эту. Вон там. Это нет. Вот этот, скорее всего, мертвый. Он более холодный, если ты его пощупаешь. Вот он, этот. Этот прям на выходе уже. Все. А вот еще. Да, вот отсюда. Заболеет здесь. Ничего, вон тут. Вон, видишь, шевелится как. Вот это вот. Это. Ух ты, вот он. Следующий кандидат.
Я сказал, стрекозы считай, записывай в квадрате. Что он сделает? Бедненький. Какашечка у него уже там. Не какашечка, какие-то фибриновые нити. Сейчас. Тут очередной. Вот. Пускай. Ну, давай его за хвост сразу. Давай, снимай. Курочка. Уже шестая, что ли? Все. Так, записываю. Пока. Ну давай за ноги его сразу. Куда а, да. Подвешиваем за ноги. Курочка. Над камерой так быстро дергаешь, что я не успеваю тебя ловить. Так ты снимай. Так ты же снимаешь. Так ты быстро дергаешь. У меня тут провод, как я тебе могу? Бедненький, измучили всего. Вот, видишь, курочка? Вот. Все, еще одна курочка. 2 часа. У тебя здесь память на сколько часов? А, стой, сними. Посвети. Вот еще клюется сейчас. Пищит. Смотрите, что. Она и не. Ты же купишь,
Все, друзья. Двухмесячные птенцы из-под кушки.
Ой, 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 ой